Марину вечер. Фамилия такая красивая. Свидание. 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 Свидание? Свидание. Добрый вечер. Ну, после такого чудесного стихотворения я хочу прочитать стихотворение «Ностальгия по книгам», которое, ну, посвящаю работникам библиотеки. Наверное, не меньше, чем семья, не меньше, чем детсад, двора, раздолье. Нам говорят о каждом, чей-то, чья, те книги, что не задавали в школе. Тот перц, что в переводе Маршака, Уильямс тот, что душу рвал на части, та самая заветная строка, что грела и спасала нас в несчастье. Пусть все ответы знает интернет, вмещает мир крохотная флешка. Открытия и таинства в них нет. И я для них одна из многих, пешка. Среди потрепанных, неэлектронных книг познаю боль, печаль и счастье миг. Ну, немножечко там забыла. Сейчас уже нормально. Но тема сегодня «Туда, где правит позитив». Есть у меня такое шуточное стихотворение, называется «По Карнеги». Говорят, что каждому впрок Карнеги открытый урок. Вот и постигаем теперь мы искусство жить без потерь. Превращать лимон в лимонад, скучную ходьбу в променад. Пригорел к жаркому гарнир, есть зато стихи на турнир. Если износился наряд, в стиле ретро нет нам преград. А без нас взлетел самолет, значит, был неважным пилот. Больше не болит голова, нужные находим слова. Лучше искусство всегда отметать все нет в пользу да. А мартовское солнце, как просвет, на зимнем горизонте вьёкость тоже. А мартовское солнце, как ответ на твой вопрос. Конечно, ты мне нужен. Сквозь пелену ночей, разлук и туч, под аритмию утренней капели, проворный лучик на моей постели зажжется безшабашен и колюч. Проснется солнце, вереницы дней не вспомнится, неважное, былое. Ведь важно лишь одно, нас снова двое, и нет на свете никого родней. Ну вот позавчера был день поэзии. Я хочу вот к этому дню тоже прочитать стихотворение, которое называется «Стать мастером». Тем более вот недавно я была в доме музея Булгакова, такая ассоциация. Остаться под мастерьем в 50, в плену бесцветных зим и тусклых лет, бесцельно жить с оглядкой назад, не находя единственный ответ на выстраданный, но простой вопрос. Кем стану я, когда пройду свой кросс? Чего хочу достичь? Ответ один. Он выстрадан до самых до седин. И сердцу мудрый разум говорит стать мастером для ждущих Маргарит. Она жила в квартире, допустим, 50. В невыдуманном мире лет 50 подряд. Ни дева, ни леди, ни простушка, ни дева, ни жена. Она жила в однушке, жила совсем одна. Зажата и открыта она несла букет. Душою Маргарита, а телом? Телом нет. Бродил по свету мастер лет 50 подряд. Несчастный, непричастный, в квартире 50. Закончим, наверное, на позитиве. Тоже о поэзии. Им хочется самим сказать об этом по-своему, свежо, на всю планету. Во все века становятся поэтому обычные влюбленные поэтами. Ну, тут вот читали про одуванчик, я все-таки нашла одно стихотворение, тоже раз пошла такая фраза. Да, про одуванчик. Выдыхая, отправься в полет сотни крохотных парашютиков. Одуванчик, прости, ты поймет,
и что так нужно, и вы с ним не шутите. Полетит он навстречу мечте, через время и расстояние, мимо всяких ненужных, не тех, исполнит все ваши желания. Одуванчика знойный полет отменит приговор злой ромашковый, что не любит и к черту пошлет кто-то вас, и не будет вам счастья. Молодец, Марина. И мы ромашку помянула, и одуванчики. Ну все, что прозвучало сегодня. Спасибо, спасибо. Это была Марина.